Дамы и господа, позвольте начать представление. Удивительное зрелище, которого вы ждали. Всемирно известный Руперт Космонд покажет нам свое шоу и обманет смерть на ваших глазах. Неуязвимый человек! Попрошу тишины в зале. Одно неверное движение, и для Руперта это представление может оказаться последним! Что случилось с магом? Он мертв! Он мертв! Он мертв! Кто сделал это со мной? Афиша старого магического представления. Странно, но она вызывает у меня беспокойство. Эй, Келли, посмотри на это. Перед тобой старая афиша представления Руперта. Ты думаешь, она была здесь все это время? Эй, Дэл, я думала, ты нашел одну из старых афиш Руперта. Но на фотографии, которую я получила, только статья из газеты. Я получила статью, Делавер. Читаю. Заметила что-нибудь странное? Вроде того. Согласно показаниям Фэй Харрис, представление шло, как было запланировано. Она сказала, что не слышала секретного слова, которое они использовали, чтобы остановить фокус. Я поискала в интернете информацию о Фэй Харрис и нашла еще одну страницу. Похоже, она потеряла рассудок после этого события и на следующую ночь совершила самоубийство. В поместье? Да. Она и Руперт жили в номере 204. Она выпила яд? Яд, да. А ты откуда знаешь? Просто угадал? Думаю, это был глупый вопрос. Ну, и я пошел в номер 204. Может быть, там что-нибудь есть. Ты нашла что-нибудь еще? Я собираюсь найти связь со случайной смертью горничной Роксаны Блэк. На мой взгляд, здесь слишком много случайностей. Согласен. Я продолжу поиски. Проверь пока номер 204. Когда я что-нибудь узнаю, я тебе перезвоню. Буду ждать. Похоже, лифт не работает. Наверное, придется подняться по лестнице. Дверь заперта. Дверь заперта. Дверь заперта. Лифт не работает. Возможно, Келли что-нибудь знает. О, Келли. Да? Ты не знаешь, как мне запустить лифт с первого этажа? Электричество есть, но он не работает. Судя по всему, лифт как-то заблокирован. Хорошая новость. Он заблокирован вручную. Тебе придется спуститься в подвал и разблокировать лифт. Хорошо, в подвал. Еще раз. О, ты справишься. Ты взрослый, сильный мужчина.
Не бойся, я хочу помочь тебе. Как тебя зовут? Меня зовут Кэти. А тебя? Меня зовут Делавер. Смешное имя. Все так говорят. Скажи мне, Кэти... Я должна... Дверь заперта. Дверь заперта. Привет, Кэти. Что случилось? Это все Артур. Артур? Мой заяц. Большая кошка сломала его. Ты можешь найти остальные части и починить Артура? Большая кошка, говоришь? Я ему помогу.
Нашел его! Артур вернулся! Как новенький? Тебе все еще нужно попасть в комнату 204? Да. А что, у тебя есть знакомый слесарь? Попробуй открыть дверь снова. Ты что-нибудь нашел? Ну, в номере 204 в блокноте было записано имя Роксана Блэк. Я так и думала. Эти события связаны. Надо только понять, как. Продолжай искать. Позвони мне, если что-нибудь найдешь. Я тебя никогда не прощу. Оно идет за тобой. Кто бы мог подумать, эта дверь заперта. О боже, что случилось? Это был всего лишь сон? Оно идет за тобой. Thank you.
дверь заперта. Келли, мне снова пришлось убегать от местного привидения. Ты что-нибудь нашла? Я нашла старую книгу, в которой упоминается легенда об охотнике и защитнике. Охотник — это создание, которое питается печалью и гневом погибших. Оно становится тем сильнее, чем больше погибших душ оно соберет. Для чего? Судя по всему, это слуга, который собирает их для какого-то хозяина. Как я узнала из книги, охотники собирают энергию, чтобы возродить великое зло — темного хозяина. Когда хозяин явится, охотники примут физическую форму и станут спутниками темного бога на земле. А защитник выступает в роли проводника. Он ищет души мертвых и освобождает их, чтобы они могли отправиться в другой мир и спастись от охотника. Другими словами, он не пускает темного хозяина в наш мир. Похоже, кое-что из этого сможет мне помочь. Я как-нибудь могу ослабить его или уничтожить, что было бы еще лучше? Ну, пока охотник не соберет достаточной энергии, он может материализоваться только на короткое время. Тебе надо просто продержаться, пока он снова не исчезнет. О, это похоже на игру в прятки. Только если меня найдут, я умру. Поскольку это существо, похоже, питают потерянные души этого отеля, ты сможешь отобрать у него силу, если найдешь и освободишь их. Как те 5 подростков? Именно так. Но, учитывая историю этого места, на это могут уйти недели. Я думаю, нам надо понять, когда и как начались все эти паранормальные события и устранить их причину. Так все пойдет быстрее. Постарайся узнать, что тут произошло, после чего это место превратилось в приманку для проклятых. Да. Я нашла пару статей об управляющем этого здания. Ее звали Виктория Шо. Она и ее дочка Кэти пропали. С тех пор о них никто не слышал. Думаю, пропали не означает, что они переехали жить во Флориду, потому что я видел тут Кэти. Нет, они ушли спать, а утром их уже не было. Есть 2 версии того, что могло произойти той ночью. Согласно одной, она с дочкой сбежала посреди ночи. Согласно другой, Бернар Арман, владелец этой гостиницы, убил их. Я не говорила, что Виктория была любовницей Бернара и что у них была дочь? Нет, эту часть ты пропустила. Персонал, который работал той ночью, утверждал, что они не видели и не слышали ничего необычного. Учитывая количество персонала ночью, в этом нет ничего удивительного. Ладно, я поищу что-нибудь еще. Что это все значит? Кто вы такой? Ау, Дэл! Келли, я в номере 300. В этой комнате раньше жили Виктория и ее дочка. Я видел, как их похитили. Их утащили 2 мужчин, но я не смог их разглядеть. Ты должен узнать, что с ними случилось. Именно это происшествие положило начало всему, что творится здесь с тех пор. Да, я собираюсь этим заняться.
Дверь заперта. Дверь заперта. Не нужно открывать эти мешки. У меня нет желания смотреть на скелеты. Дэл, как идут твои поиски? Я нашел тела. Все это время они лежали в сундуке в подвале. Их убили. А Бернар уже давно мертв. Бернар хотел убедиться, что его жена никогда не узнает о его интрижке с Викторией и об их общем ребенке. Он нанял бандитов и позаботился о том, чтобы они исчезли. Именно это и стало причиной проклятия. Но теперь атмосфера изменилась, и здесь уже не так темно. Ну, это еще не конец. У нас еще осталась та трагедия с магическим представлением. У меня есть кое-какая информация о Роксане Блэк. Ее тело нашли на третьем этаже. Согласно официальному отчету, она несла большую стопку... Чистых полотенец. Да, чистых полотенец. Она несла их вниз, но споткнулась, упала и сломала себе шею. А откуда ты... А что еще могла нести горничная? Пойду проверю это место. Я свяжусь с тобой немного позже. Ну скажи мне, что это такое? Подожди немного, я получаю запись. Ты записал фэк. Подожди, я открою свой словарь абракадабры. Феномен электронного голоса. Это бесплотные голоса, которые иногда регистрируют современные записывающие устройства. Сначала я не могла расшифровать, что он говорит, но потом я запустила запись в обратном порядке. И? Голос повторяет. Комната 306. Чулан. Снова и снова по кругу. Хорошо, я понял, куда нужно идти.
как он мог так поступить со мной? Он любил меня. Мы собирались всю жизнь прожить вместе. Готов поспорить, что Келли понравится эта картинка. Келли, ты меня слышишь? Я нашел кое-что интересное. Сейчас я получу картинку. Кто бы мог подумать? Руперт Космонд и Роксана Блэк. Мак и горничная. У них была связь? Это могло быть мотивом Фэй. Я тоже так подумал. Я поднимусь наверх и осмотрю это место. Дэл, я получила последнее изображение. Сканеры не нашли ничего подозрительного. Тебе стоит поберечь батарейки ГГП и фотографировать только те места, где наблюдается паранормальная активность. Спасибо. Руперт, тебя предупреждали, на что способна обманутая женщина. Так вот, я этого не потерплю. Я приготовила сюрприз для тебя и для этой дуры горничной, которая разрушила все, что нас объединяло. На самом деле, я приготовила сюрприз для всех. Что это у нас тут? Это признание самой Фэй. Оно лежало здесь все эти годы. Это должно подарить покой душе Руперта. Делавер, ты там? У меня есть информация об охотнике, которая может тебе пригодиться. Давай быстро, я только что видел его в холле внизу. Ладно, похоже, что комнаты, в которых ты прятался от него... они нужны не для твоей защиты. Они должны быть ловушкой для этой твари. И что же я должен делать? Запереться вместе с ним внутри? Похоже, ты забыл, он же с быка размером. Нет, это не просто клетка. Это что-то вроде комнаты для его умерщвления. Это фокус, который поглощает и рассеивает энергию. Думаю, его создали добрые души этого места. Это все замечательно, но есть одна проблема. Какая? Я не знаю, какая из этих комнат защищена.
На твоем месте я бы начала ее поиски. Я изучила информацию. Похоже, эта штука намного опаснее, чем я думала. Спасибо. Я постараюсь не забыть об этом. Оно идет за тобой. Это еще не все, Делавер. Ты знаешь мое имя? Конечно, знаю. Мы все тебя знаем, хоть ты ничего не знаешь о нас. Тогда давай это исправим. Кто ты? Не время, Делавер. Еще не время. Почему ты охотишься за мной? Я выполняю приказ разрушителя. Разрушителя? Вы даже имена себе придумать не можете, парни. Я не выполнил свое задание, Делавер. Сент-Джон. Там, где потерпел поражение я, справятся другие. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тебя остановят. Тебя нужно остановить. Спасибо. Разрушитель, говоришь? Да, так. Звучит серьезно. Охотник, защитник, разрушитель. Это звучит глупо, а не серьезно. Одного я не понимаю в этом деле. Чего именно? Жестокая смерть Виктории и ее дочери создала нечто вроде темного омута, который затем притянул другие события, только усилившие мрачную силу этого места. Охотники не появляются сами по себе. Кто-то должен был призвать его. Вопрос в том, кто это сделал и знал ли он, к чему это приведет. Думаю, мы еще многого не знаем, Дел. Знаешь, о чем я думаю? О оладьях и яичнице. Я буду у тебя примерно через час. Как насчет позднего ужина? Ты ничего не принимаешь всерьез. А ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Мы хорошо дополняем друг друга. Ладно, дуй домой скорее. Я тоже проголодалась.